Зимние каникулы не за горами, а это значит самое время подумать о том, как провести их не только интересно, но и безопасно. Именно об этом в межмуниципальном управлении МВД России Щелковская сотрудники отдела ГИБДД поговорили с представителями образовательных учреждений округа, компаниями, осуществляющими автобусные перевозки, и дорожными службами. На повестке вопрос обеспечения безопасности детей на дорогах во время новогодних праздников. Госавтоинспекторы рассказали о оперативно-профилактической акции «Ребенок-пассажир-пешеход». Нужно к нему подготовиться и провести профилактическую работу таким образом, чтобы дети перестали у нас попадать в дорожно-транспортные происшествия, особенно в качестве детей-пешеходов. Сейчас на улице самое темное время года, поэтому наезды на пешеходов случаются очень часто. Нужно не забывать о том, что у детей обязательно должны присутствовать на одежде светоотражающие элементы, которые позволяют водителю увидеть ребенка в темноте. Об этом детям и родителям прежде всего должны рассказывать сотрудники образовательных учреждений. Обсудили и обслуживание дорог в зимний период. Дорожные службы в оперативном режиме должны устранять неполадки, связанные с неработающими фонарями, которые находятся по обочинам дорог, а также произвести уборку снега с проезжей части и тротуаров. Срок устранения рыхлого и талого снега на проезжей части автомобильных дорог 3-4 категории, а все наши дороги на территории обслуживания в большинстве своем 3-4 категории, отсчитывается с момента окончания снегопада и составляет не более 6 часов. На мероприятии подвели итоги регионального социального проекта «Один щелчок спасает жизнь», который призывает всех в обязательном порядке пользоваться ремнем безопасности. За время проведения акции состоялось 73 профилактические беседы с учащимися и воспитанниками детских дошкольных учреждений. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.